Служба доставки детей АЭСТ-1. Пятая смена приняла. Всем приятного полета. Ты играешь? Я никак не понимаю, как играть себе это. Ну вот, смотри, оба рыба уже. Вот. Слушай, ну ты ему не объяснишь все равно. Что ты ему рассказываешь? Рыба. Рыба. У меня он, видал, вот она, дупаль пуста. Рыба. Вызов примите. Тверской бульвар, 14, строение 1. Ждут девочку светленькую, русскую, 3700-3800. Повторяю, Тверской бульвар, 14, строение 1. Я не полечу. Там такой ветрюган поднялся, сейчас дождь, все, я замок, никуда. Я не лечу. У меня крыло помято. Эй, алло, диспетчер. Это борт номер 15 говорит. Я заказ возьму, можно? А ничего, что ты русскую девочку понесешь, там удивятся как-то. Эй, а что такое претензионное, а? Возьму, принесу русскую девочку, что я не носил никогда, а? Пишу. 15-й на Тверской. Приятного пути вам и вашей пассажирке. Эй, арт диспетчер, спасибо. С меня шоколадка. Все, пацаны, пока, счастливо. Сигарет купи. У него крыльям лет 20 уже. Не, главное, 3 недели в Москве. Дороги не знает, сейчас не тем принесет и шо. Валить отсюда надо, Геннадий, валить. Я тебя умоляю, куда? По 3 заказа в день. Ну что тут заработаешь? Да ну его. В Китай бы, а? В Китай хорошо бы, а? Точно. Китай — это дело. Зубовский бульвар, дом 17. Ждут тройню. Кто возьмет? Я не возьму, меня грыжа. Я же говорю, у меня крыло помято. Что, глухая ты, что ли? Ходи давай.